в этом видео лучшие реакции на канале и только самый топовый контент ждет вас. Приятного просмотра. Все, машина. Хорош, мужик, хорош. После себя как-то даже стыдно. Как-то даже стыдно инструмент в руки брать. Мама, не смотри, пожалуйста. Я не хочу в детдом. Привет. Привет. Песни подъехали, да? Да. Что слушаете? Все слушаем. Я, кстати, не пою, играю только. А, ну, сыграй что-нибудь на свой вкус. Давайте. Классно. Это сериал «Кухня», если смотрели, наверное, знаете. Всем привет, ребята! В общем, я забыл включить кольцевые лампы, и поэтому большинство видео картинка будет чуть-чуть темнее. Добро пожаловать на новую часть чат-рулетки. У меня появился новый микрофон, мне друзья подарили его на день рождения, так что звук теперь должен быть лучше. Это видео получилось очень ярким. Поэтому не забудьте поставить свой царский лайк, подписаться на канал и также обязательно досмотреть это видео до конца. Все, ребята, приятного просмотра. О, а вы можете мне сыграть на гитаре? Ну, если постараюсь, наверное, смогу. Я обожаю гитары! А что сыграть тебе? Любую. Ага. Откуда у вас барабаны? Вот, нормально? Отлично, откуда барабан? А вот здесь он, спрятан. А можете еще какой-нибудь... А ты это... Ты стримишь, что ли, или что? Нет, я просто балуюсь. Понял тебя. Ну, неплохо балуешься, в принципе. А есть еще песня? Так, сейчас... Это Токийский Гуль, это не Наруто. Это Open Case занимает. Да, 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 спасибо. Здорово. Битва. Научишь? А? Научи чему-нибудь. Да, давай, может, вот это лучше. Могу. Ну ладно, тогда ты можешь сыграть два раза открытую, просто будет вот так. Вот так вот. Ну просто с пулов. О, видишь? Mm-hmm. Это, типа, ну все, короче, все девчонки твои во дворе. Все, машина. Все, спасибо, я пошел учить. Давай. Давай, братишка, все, давай, кулачок. Спасибо, давай, кулачок, на, держи. Всё, спасибо, пока. Научил пацана, получается. Пойдет, будет
рубить Take Me to Church. Здрасте. Привет. Привет. Что играть будете? Играют. Ну давайте. Окей. Спасибо. Ну, знаете, да, песню эту? Да. Добрая юность. Именно. Что, нам понравилось, да? Нормально получилось. Nice. Спасибо. Yes. Давайте что-нибудь сыграю вам еще. Ладно, давайте вот такую сыграю. Что-то такое, да. Не знаю, куда-то. Цветы соберу и спрячу. Кстати, реально, я так подумал, а зачем цветы прятать? Типа, наоборот, показывать надо, нет? А что, лучше цветами спрятаться? Ну, может, лучше и в цветах спрятаться. Как вас зовут? Василиса, Диана, Таня. Очень приятно. Меня Дмитрий. Из Дмитрова. Но на самом деле. Знаете город такой? Да, знаю. Вот. Фамилия Дмитриева. Нет, нет. Я не Иванов Иван Иванович, но Дмитрий из Дмитрова. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо. Настроение поднял вам? Да, спасибо. Ну все, хорошего вечера. Пока. Привет, привет. Привет. Подругу посадил, да? Сидите вместе в чат-рулетке, на стульчик его как уважительно, да? Да, да. Такая подруга, это любимая моя, я на ней женился недавно. Да. Блин, ну поздравляю, медовый месяц получается у вас. А, да какой медовый месяц? Мы уже давно вместе, вон там лежит дитя, укурили. Блин, нормально. Ну, гитара у тебя сейчас в руках, давай ты первый. Ну, давай. Что сыграть? Слушай, да что хочешь? Что тебе больше нравится? Не вопрос, да? Ну, хорошо. Хорош. После ну, себя как-то даже стыдно. Как-то даже стыдно инструмент в руки брать. Да-да-да. Ну да, Нирвана классика получается. Thank you.
Тут я струны уже не менял, не знаю. Ну я на ней-то не играю уже. 100 тысяч лет, да, это слышно. Come and follow this Arrestus man here Dogs in the past The bus is like a fridge here It's like a tattoo Radio Come and follow this Arrest this girl, her killer, her too. It's making me feel ill and we have crashed your party. This is what you get. This is what you get when you mess with us. Ладно, хрен с ним. Все, песня кончилась. Аплодисменты, да. Я всегда аплодирую, потому что... Какой ужас. Отврат. Ну ладно, брат, я тебя поздравляю, короче, ты в Ютубе. Мама, не смотри, пожалуйста. Я не хочу в детдом. Ай, блин. Маму не надо. Блин. Ну, я же так с такими темпами, я тоже скоро в детдом отправлюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ты же не забыл поставить лайк, правильно? У меня на канале также есть другие части чат-рулетки, очень крутые. Почему бы их не посмотреть? Все, ребята, всем удачи. Пока-пока.